Видишь? Все в норме, Боб. Боб, у меня к тебе есть ряд вопросов. Больше одного, то есть два и более, они поставят серьезный звон. Скажи, пожалуйста, Боб. Вот улица Тверская, например. Кошки первые не нападают. Да что ты Или говоришь? Красная Если площадь. Это кошка какая-то испорченная хозяевами настолько, что... Или Битцевский парк. А уличный... Он в какой-нибудь вообще сравнение идет вообще вот с тем местом, где мы с тобой сейчас оказались. По-моему, ответ на этот вопрос деревенских кота, которые воровались в котам и ловили мышей. Вот.